Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что европейские страны не выдержат напора беженцев, а доктрина открытых границ может привести к самоуничтожению Европы. Либеральная доктрина открытых границ Европы не выдержит напора беженцев с Востока, так как она с неизбежностью ведет к самоуничтожению Европы, написал он в своем микроблоге в Твиттер. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 350 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш призвал государства Евросоюза распределить по системе квот не менее 200 тысяч беженцев, находящихся ныне на территории Греции, Венгрии и Италии.